Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь я, Вадим 124, и продолжаем играть в Angry Birds Stella. Короче, начнем с того, что я вам покажу одну фоточку с Лукой. Да, это когда она... Да. Короче, что я пока делал в основной кампании? Как я говорил, я буду проходить... И смотрите, что я сделал. Все предыдущие уровни на 3 звезды. Ну, без... Конечно, без жертв, но... Жертв я имею в виду деньги. Но, короче, продолжаем проходить кампанию. Но перед началом, как обычно, на... Сюда мы сходим, но перед началом хочу вам показать. Да, может, кто-то не видел, но... Теперь у нас появился первый телевизор. Это... Короче, называется Театр Теней. Блин, долго я это не видел, блин. Но мы начинаем играть. Первая миссия у нас за доску для серфинга. Да, короче, далее. Бам, бам. Неплохо, правда ведь? Бам. Короче, как-то так у нас получается. Прорубливаем окно в Европу, как говорится. Ну, кем смальнуть, кем шмальнуть? Все убили. Короче, руби. Но осталась только одна свинья. Ну, думаю, знаете какой. А мне ее не дали. Дали мне, блин, целую бы, я бы ее бы. Я бы эту свинку бы бабахнул по первой степени. Ладно. Прошли самое главное. И это самое главное. Ну и разумеется, мне сейчас доска для серфинга не попадется. Потому что знаю я этот закон подлости. Неплохо. Скоро, кстати, новый уровень у меня будет 9-й. Короче, проходим, теперь уже за скит сражаемся. И опять этот уровень мне дико напоминает старый. Да куда? Отлично, я просто так птицу просрал. Короче, перезапускаем. Опять же таки запускаем Стеллу. Бам! Один колобок вообще куда-то далеко и надолго улетел. Бам! А куда? Куда? Виллоу, ты что творишь? Бам! Блин, деньги не попали. Так бы они могли бы убить. Нельзя говорить то, что деньги вредны для здоровья. Вообще так никто не говорил, но...
Короче, все, просрал я уровень, как говорится. Все, добиваем последнюю свинку. Чё ты там предлагаешь мне? Да уж. Звук не поменяли. Ну, хоть спасибо, то, что звездочку дали. Короче, один уровень я поиграл. Идем дальше. А как там тут лучше шмальнуть? Ты думаешь, что я не шмальнул? И богу шмальнул. Порубаем. Бам. Раскидываем тут всех. Вот так вот. Ладненько. Чё вы тут пилы приготовили? Не позволю леса убить. Ну и остался один. Ну а чё, молот зарядился, почему бы его не использовать? Как раз таки мы так на 3 звезды прошли. Ну хоть новый уровень получим. Ну ладно, хоть монет куча. Да, новый уровень. Так, монетки, монетки. Короче, максимум мы можем 3 монетки с этой 30 чить. И что мы получаем с этого? 9 уровень. Но свиньи замечены у всех монеты и диван. Вот свиньи, даже диван похитили. Да, тут доска для серфинга. Давайте сначала на телевизор пойдем. О, как тут будет кем хорошо шмальнуть. Видите? Как удобно получилось. Бам-бам-бам. Короче, раскидываем всех в пух и прах. Мне кажется, что эти уровни созданы чисто для веселья. Чтобы вот так вот свиней покрушить. Короче, виллу. Так, короче. Бам. Ах ты ж, свинюшка, выжила. На. Колобок. Если б не этот колобок, то уже на 3 звезды. Ну ладно, имеем, что имеем. Короче, 20 монет. Ну что ж, осталась последняя миссия. Это вызвать доску для серфинга. О, этот космонавт. Короче. Директор Козерог. Ha ha ha!
Короче, как-то мы буримся. Короче, как-то так. Улетает этот... А я не понял. А где этот пузырь? Короче, нам придется все в гравитации делать. Да, на больше я и не рассчитывал. Бам! Неплохо, неплохо. Только не говорите то, что из-за этой одной свиньи я не могу. А где мне его искать? А где он? Это нечестно было, знаете ли. Короче, ну нафиг это. Идем, короче, на основную кампанию. Бам. Нет, я хотел по этим шишкам шмальнуть. Чёрт, до этого мы не долетаем. Нет. Ну, когда только так. Бам. Вы издеваетесь. Короче, не переживайте, я этот момент выдержу. Нашли свиней. 3 звезды. Да, не вовремя время я выбрал. Ладно. Короче, сейчас вернусь. Короче, вернулся я. Продолжаем проходить. Бам, бам. Короче, как-то так надо проходить. Не жалеть этих свиней, короче. Дальше мы идем. Получаем немноженько денеженек. И идем дальше. Давай, давай, уходи, вот так. А мы полетели. Да, почему? Я же успел нажать.
Короче, летим. Вот так. Все, победили. На ИИ. Да, пока что со звездами проблем нет. Проходим все на изи. Так, первая птица кроме Дали. Мам. Короче, полетели. Ого. А не заметил то, что там пружина есть. Так, матрас, исполняющий пружины. Давай, давай. Падай. Делай все, чтобы умереть. Да, тут пока что только на две звезды. Ничего, думаю, я потом перепройду. А, кстати, новая фотография-то близко. Ну, лукай только понизу проходить. Вот так. Вот так вот. Короче, все. О, сразу две звезды взяли. Неплохо, неплохо. Давай. Все. Три звезды. Неплохо проходим. О, новая фотка. Это... Ну ладно. Сейчас примерим. Так. Ну, неплохо. С ромашкой-то. О, кстати. Это тот пилот, который я свисал. Так, короче, вот так. Бам. Вот так. Короче, одна звезда. Разумеется. Короче, потом перепройду все за кадром обязательно. Так. Ну, думаю, там не приступную часть надо. Надо камни швырять. Что-то я не то сделал. Вот так. Все равно куда-то выкидываем. Идем сюда. Бам. Короче, я одной попе ничего здесь не зарешаю. Ну, как-то... Расшиваем их всех тут насквозь. Короче, все, уничтожаем все.
Блин, чуть-чуть не хватило нам до 3 звезд, ну да ладно. На. Так, какой это уровень? 59. Так, 60. Это должен быть последний. Идите с помощью Дали. Уничтожаем вот эту башню. Теперь еще виллу. Еще этим. Еще уничтожаем. Все, это из звезды. Круто, хочу сказать вам. Все. Проходим. Так, еще денежник получаем. Все, прошли компанию. Компании Дали. И теперь у нас кое-что другое у нас будет. А, ну сначала стена свиней. Стена свиней. Ну это разумеется. Короче, все. На этом мы будем заканчивать. Ну что еще делать? Тратить 2000 я как-то не особо хочу. Ну а перепроходить вот эти уровни, которые я только что прошел, думаю, вам будут неинтересны. Я сказал неинтересны. Я их про. Я эти 3 уровня пройду вне кадра. А потом вместе мы будем разносить уже 5-ю стену свиней. Ну ладно, а с вами был Вадим 124, всем удачи, всем пока. Сейчас домотаю до начала. Вот все.